Всем привет, друзья! С вами снова Кот, и это очередное видео по прохождению миссии в игре Arma 3. Это очередная миссия от машиниста, называется Сувалкский коридор. Сувалкский коридор, граница Белоруссии и Польши, август 2023 года. Странно, что ни одно задание пока не появилось. Скрипач штаб на связи. Начинаем операцию. Поляки еще спят. Смотрите за авиацией. Конец связи. Хорошо, что с нами едет зенитка. Нам еще тут танков не хватало. Скрипач, вражеская авиация в воздухе. Следуйте более скрытно. Конец связи. Что-то у нас тут все встали. Нет, а что делать дальше, ехать что ли? Это еще что такое? Понятно. Это так поляки спят. Видимо, спят да не все. Все-таки назад отъехать. Вертолет противника прилетел. Тут ребята высадились. Одного, похоже, задавили зачем-то. Не знаю, кто это и зачем сделал. Ладно, я поеду вперед, короче. Потому что тут это все встало. И, скорее всего, дальше оно не поедет. Ну да. Этот БТР точно уже никуда не поедет, он в дерево уперся. Дальше придется со своей командой действовать. Этот блокпост заминирован, поэтому лучше его объехать через лес. Истребитель сбитый догорает. Не то чтобы поляки спят, по-моему, они нас даже ждали. Надо высаживаться. 75 метров, 12 часов. Водитель готовый. Эти тоже пускай высаживаются. Понял. Ожидаю указаний. Ожидаю указаний.
минус КамАЗ противника. Минус 3. Какой минус 1? Я там троих завалил. Готовые. Отлично. Ну что, тут как бы чисто. Двигаемся дальше. Непонятно, какой вертолет, я лучше машину тут оставлю. И схожу пешком, все это дело проверю. Высаживайся. Понял вас. Жду. Ожидаю указаний. Готов. Ожидаю указаний. Сейчас посмотрим, что там такое. Вертолет, 100 метров, вперед. Где? А, это приземлившийся вертолет. Был вертолет и нет вертолета. Кажется, надо отступить немного. Кто-нибудь скажите ему, чтобы он выключил фонарик. Как бы светло. А, не все с фонариками. Ну тогда неудивительно, что у нас потери. Наверное, все-таки фонарики надо выключать. Противник. Готовый. Он был не один. Двоих снял, сколько их еще непонятно. Это был третий, наверное. Прикрываю, иди. Надо проверить, что у них там. Тут артиллерия стоит. Минус водитель. Прикрываю, иди! Уже
Противник. Готовый. Боеприпасов нет. Чисто. А как насчет артиллерии? Понятно, как насчет артиллерии. К сожалению, ей не воспользоваться. Хотя это бы упростило задачу, скорее всего. Ладно. Возвращаемся, едем на следующую точку. Высаживайся. Все ясно. Жду. Жду. Ну и где эти пехотинцы? Я тут никого не вижу. ППА, 100 метров вперед. Робот-разведчик. Ладно, сейчас посмотрим, какой там робот-разведчик. Минус пехотинец. Это и всего-то. Так, это серьезная штука. Успел. Ну тут вроде все. Можно возвращаться к технике и ехать дальше. Мы тут под огонь попали. Не надо было так врываться слишком близко. Высаживайся. Вас понял. Ожидаю указаний. Машина, 100 метров вперед. Никого вы там заметили? Я, конечно, понимаю, что там где-то противник, но пока никого не вижу. Вот они. Одного сняли. Водитель минус. Попробую с другой стороны подойти. Да что такое? Там еще кто-то живой остался. Минус один.
Патроны закончились. Придется брать другую пушку с машины. Конечно, уже не калаш, но хоть что-то. Готовый. Похоже, перекресток зачищен. Едем дальше. Вижу движение. А вот здесь высаживаемся. 100 метров впереди. Высаживайся. Понял. А вот там противник ходит. Минус. Минус. Солдат! Трап, вперед! Прикрывай, уйди! Хреновый автомат. Надо у противника подобрать, может у них получше. Вроде снял. Двигайся! Готовый. Теперь тут надо все проверить, может быть кто-то остался. Все чисто. А тут подлечиться можно. Нет, тут чисто. Разве что ангар посмотреть. Ну и все, мы почти приехали.
технику оставлю здесь, дальше ехать небезопасно. Бронемашина, полкилометра, курс 3.3.0. Тем более там бронемашины какие-то. Грузовик, полкилометра, курс 3.3.0. Дальше пешком. Высаживайся. Бронемашина, 600 метров, северо-запад. Понял вас? Готовый. Еще один минус. Стрелок! 300 метров! Северо-запад! Солдат! 100 метров! Слева фланга! Похоже, этих стрелков здесь будет очень много. Отлично. Теперь можно спокойно пройти дальше. Но аккуратно. А где он? Стрелок! 75 метров вперед! Да вот не видно его как-то. Надо быстрее бежать. Солдат! 300 метров! Запад! Двигайся 200 метров вправо! Там, похоже, уже некому двигаться. Кто? Откуда? Минус. 5 метров, правый фланг. У противника неплохой автомат. Готовый. Они тут с любой стороны могут подойти. Стрелок! 300 метров! Северо-запад! Пытаются окружить, но пока у них это не получается. Минус. Техника какая-то. У меня РПГ есть, если что. Можно будет выбить, если помешает. Не ожидал я тебя тут увидеть. Так, где-то тут еще один противник остался.
Надо выследить, где он. А, он и не прятался. Идем дальше. А что он тут делал? А, это опасный противник был. Понятно, значит, оставшиеся противники где-то в этом районе. Пару гранат туда закинуть. Так, а это откуда? Вот и все. Наверное. Противник в доме. Минус. Курс 3-3-0. Больше никого тут нет. В доме только один был. Не туда я гранаты кидал. Идем дальше. Минометчик. Готовый. И, видимо, где-то еще кто-то остался. Ожидаемо. Отличная работа. Ожидайте прибытия подкрепления. Конец связи. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока.